Ребята, приветствую всех на своем канале. И сегодня я буду менять торсион кабины на Man Commander. Буду сначала откручивать постепенно бампер, потом кулер, потом там все остальное. Ну и вот так вот по цепочке. Так что все, ребята, погнали откручивать. В общем, как получилось, я подомкратил кабину двумя домкратами,
вытащил старый торсион, поставил новый торсион полностью. Я его покупал с разборки, может, я не помню, говорил вам. И про бампер. Бампер тоже у меня модернизировался. Я купил к нему нижнюю губу, покрасил, поставил, прикрутился на место. И я думаю, сейчас все будет просто огонь. Так что все, ребята, смотрим, как это все получилось. Так что смотрите дальше. Ребята, всем привет. Вот, закончил я ремонт. Вот так вот получается. Такой вот бампер получился. Вот, торсион капота по кабины поменял. Бампер сделал. И все покрасил, все подкрасил. Вот. Маленечко в кабине сегодня прибрался, все сделал. Так что завтра еду работать, еду в Пермь. Будет вам видео, кто меня смотрит. Так что я думаю, как-нибудь позже я поменяю, сделаю, доделаю машину и выложу вам обзор своего мана видео. А сейчас все, ребята, пока.